Красноярске увеличили список улиц, которым требуется экстренный ямочный ремонт. До 10 июня власти города планируют отремонтировать 140 проблемных участков. Из-за увеличения объемов работ будут задействованы дополнительные бригады дорожников. Их число вырастет почти в два раза, с 8 до 15 бригад. В список вошли такие улицы, как Майор Чека, Ботаническая, Ады Лебедева, Республики, Глинки и по необходимости поперечных им улиц Центрального района. На данный момент дорожники уже приступили к ямочному ремонту на улице Карла Маркса, Новгородская, Рязанская, Тельмана, Можайского, Парашютная и в переулке Сибирский. В 2016 году на ямочный ремонт из бюджета Красноярска выделено 300 миллионов рублей, 100 из которых удалось получить из краевого.